Команды обмениваются рукопожатиями. Начало матча не за горами. Отметим, что у Кирилла Новикова 4 изменения по сравнению с матчем прошлого тура, когда нефтехимик дома разгромно уступил родине. Стартовый свисток дает Николай Волошин, главный тренер нефтехимика Кирилл Новиков. Сереж, состав Ярославля на тебе, пожалуйста. Да, давай, Александр Дубнев у нас в воротах. Среди которых мы Зорина отмечаем вместе с Шоркиным. Пока передача направо, Малахов на вес, опасно, удар коленом, это гол! 1-0 на третьей минуте, открывает счет ярославский Шинник. Соколов опять в атаке. Давайте посмотрим, что придумает ярославцы в центре поля. Перевод налево. Самойлов простреливает. Рубцов. И в падении здорово играет Голубев. Явного желания соперников побыстрее обострить. Навес. Удар. Вот это было опасно. И не сразу, надо признать, Александр Довня. Передача очень неплохая. Малахов на хорошем рывке. Дальше пробивается он мимо Зорина. Протыкает мяч в штрафную. Удар через себя. Попытка, даже передача получилась. Здорово двигается Соколов, который снова смещается налево. Он уже у штрафной площади. Шоркин против него. Соколов назад. Проседает центр поля нефтехимика. Дальний удар. И с нашего ракурса вообще показалось это довольно близким к воротам. Шинник, которому необходимо догонять чужую контратаку. Петров справа, Петров с мячом. Петров прострел. Довня. В 2016 году обслуживал встречу между нефтехимиком. В гостях он играл против Спартака Нальчика. Это была Мелбет первая лига. У нас подача внимания. Так. Есть удар, на который Грузнов реагирует по-грузновски. Право атаку развивают ярославцы. Передача под штрафную на Соколова. Подхватывает мяч партнер. Удар по воротам. Это было довольно близко. Кроме того, отметим наличие рикошета и ближайшего углового от Шинника. В центре поля с мячом оказывается нефтехимик. Марухин направо включает в атаку Агалакова. Обратная передача. Марухин слева, и удар перед собой. Отражает мяч Довня, но рядышком Гусь. Как же облепили чужую штрафную нижнекамцы. Агалаков ищет возможность для удара или паса. Вот прострел, попытка удара, вот такого добивания. Выдерживает Довня, но паника, суета. И дальше свисток арбитра заканчивает данную атаку от нефтехимик. Суета на пятачке, которая была с ударом пяткой, по-моему, от Першина. Джамилов хорошо под удар. Перекладина, вот вам опасности. Перехват Александр Ставпец, который был когда-то ракетой. И налево хорошая передача. Андреев, контратака Шинника. Андреев, опасно. Подкат летит Андреев. Прострел, но уже поле заканчивалось и сомкнулись друг с другом. Голубев и кто-то из состава команды из Нижнекамска. И атака это явно будет заключительной в данном матче. Голубев заброс и отбивается. Отбивается команда из Ярославля. И звучит финальный свисток. Ярославский Шинник одерживает непростую домашнюю победу над нижнекамским нефтехимиком